Доброе утро, Зоечка! К нам уже Зоенька приехала, Фонечка проснулся, и сразу они хотят на улицу идти, да? Пока там не сильно жарко, надо играть, да? Мама, куртка? Куртку не надо, да, можно в маечках идти. Зоенечка, ты пойдешь на улицу? Да? Тебе помогать, Афонь? Мам. Что там? Афоня уже сразу до деда, да? Ага. Ну что, Майя, пошла. Уже голдспрей растянули. Там мотоблок? Да. Что там случилось, сынок? Что, ты поцарапался? Да. Ну ничего страшного, садись, Зоечка, я вас чуть-чуть покатаю и пойдем ставить вариться супчик, да? Зоень, кепу надо одеть. Вон там птички у нас в домике. Поставила мяско вариться на супчик, а сейчас пойду как раз с детками играть, пока она сварится. Ну, ты покатал Зоечку? Что, теперь на улицу идем? Пока дети будут играть на улице, я взяла себе перчатки, ведро, буду немножко траву в палисаднике рвать. Мама тут немножко будет рвать траву, а вы тут будете играть на улице, да? Пойдемте. Дети будут в окушке играть. Зоя, пока! Пока, Зоюня! Ребята тут каждый на своем транспорте. Зоя, конечно, трудненько на машинке. А Фонька-то уже привык. Да, Фонька на велосипеде, да? Зоенька, давай я тебе помогу, Зоенька. Давай, 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 давай. О, так, умничка моя, вставай. Ты на велосипедике? А Зоя на машинке, да? Что? Что там, сына? Мокро. Мушки. Мокро. А, мокро? Ну, жарко, конечно. Можно уже даже под навес заходить. Пошлите? Под навес пойдем заходить? Пойдешь с нами супчик варить? Нет. А мы с Зоей пойдем супчик готовить. А ты зайдешь ко мне? Как хорошо, что мама успела вас загнать, да? Потому что надо же супчик сварить, да? Потом пойдем с вами еще петрушечку нарвем, да? Да, сейчас пошлите. Сначала надо все на супчик начистить. Зоя, ты умеешь сама? Или помочь? Бежали скорее, пока мама варит суп. Деток нужно успеть заиграть, да? Побежали, побежали. Побежали. Где тут мои детки? О, ты построил домик? Да. Для собак. Там собачка будет жить, да? Да. А как она будет гавкать? Так сильненько гавкать? Да. Ух ты, у тебя игрушка. Какая вкусная. Зоечка кушает игрушку. В общем, вот так вот нужно заигрывать деток. Чтобы мама сварила супчик, да? Потом мы пойдем до дедушки Саши. Давай, мам, ну куда ты грушу, Афонь? Давай сюда мне. Нет, не а неси ко мне. Давай. Спасибо, сына. Эту морковочки, Зоечка, я уже сюда всю положила. В общем, суп сегодня будет в мультиварке. Здесь у меня бульон. Морковка, лук, перловки немножко, картошка, соль, перчик сразу же. Так что закрываем мультиварку, ставим на режим суп. У меня это час. И все, через час добавляем зелень и чесночок. Еще нужно попробовать будет на соль. Уже прям очень жарко. Дети сейчас
в дедушкиного Нугранта сели. Кто там сидит? Кто за рулем? О, уже Зая за рулем. Да. Давайте, давайте, выкидывайте спички. Это не игрушка, Афоня. Ты что? Нельзя же брать спички? Да. Потому что может быть огонь, а огонь горячий, да? Потом пальчики будут болеть. Давай мама выкинет. Ты куда опять? Взял, одел шапку. Вот. Это что за человек такой? Собрался плюс 30, а он в шапке. Давай, поднимай шапку и одевай. Вот я тебе кепочку нашла. Да. А куда ты пойдешь-то? А деда. Ты до дедушки? А можно я с тобой? Да. Ну тогда пошлите, да? Да. Не надо заводить мотоблок. Пошли лучше под навесиком, пошли. То тут жара, ты чувствуешь жару, сына? Пошли, котик, тут жарко, пошли. Бабуля с дедулей вот там уже с поливом настраиваются, да? Там огонь. Там не огонь, там вода. Да, сейчас девушка что-то там настроит, да, насос? А как там? Вот так там. А как там? Не знаю. А вот. Ты увидела одуванчик? Да. Одуванчик. Вена. Сильно, да? Вена. Не вена, а сильно. Вена. Сильно. Так, Гришуля уже выучил уроки, а я съездила на почту, пока Афонька спит. Пришло две посылочки. Что, куда? Нет, еще я не проверяла твои уроки. Иди, ножнички мне неси, сейчас будем это... А? Ну, я не знаю, давай смотреть, сынок. Первую посылку мы открыли, в пакетике были вот такие вот формочки. О, да еще и мне доставка. А, этот, который лопается, да? Пузырек. Да. А вот здесь вот формочки, сейчас я их открою. Так, вот такие вот формочки металлические, с очень, кстати, плотного, ну, толстенького металла, и они вот так вот не гнутся. Да, они хорошего качества пришли. Такие вот теперь будем делать с вами печеньки, да? А ну дай я косточку. Угу. Лошадка. Это вот Микки Маус. В общем, разные. Сколько тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так, десять. Так, два, четыре, два, четыре, шесть, восемь, десять. Десять, да. Давай вторую открывать. Ладно. Давай я тебе помогу. Гриш, ну давай, ну сейчас только все поломаешь, давай. Такая вот коробочка. Теперь ее будем открывать. В этой коробочке был вот такой вот футлярчик для очков. И здесь очки. Это что это? Салфеточка. Это 3D-очки. Нет, еще какой-то. Ух ты, даже подарок нам китайчики положили. Брелок, да? Покажи, что там за брелок. Ну, сейчас мы тут всем... еще какая-то карта. А, тут две салфеточки. Какая-то еще карта. Две есть. Салфеточки, какая-то карта. И вот такой вот брелочек. И брелок. Что тут я? А, просто любовь, да? И ключики. Сейчас прикольно. Очки нужно можно открыть. Попробовать? Давай их откроем. Потому что один мешочек. Вау! Покажись. Это папе я закажу. Вау, прям вау. Посмотри на меня. Нет, ты попробуй. Ну, посмотри на меня один. Такие вот новые очки будут теперь у нашего папы. А мама, и мне закажи, только поменьше. Я все расскажу. Нет, тебе надо очки. Такие же синенькие? Да, я синие люблю. Хорошо. Кто завтра будет? Девушка Паша. В садике? Да. Так ты он будет там охранник. Так ты его теперь будешь видеть, да? Он будет следить, как ты себя ведешь. Да, дедушка Паша. Ох, ё-моё. Повезло ему, да? Мамуле новые футболочки. Детёк забрал. Посмотри, ну 50-й, что мы что-то делаем. Да, сейчас, да. Может, они только на тебе.
Нет, но на меня 46-й нормальный. Афанасия, что ты ешь? Покажи. Риба. Риба? Офигенно. И мороженое? Да. Со стакана сразу? Стакан. Да, со стакана, да? Что бывает, когда неделю детей не покормишь? Оля, почти молодец, оторвал. Вот так. Пёртый ещё, весь в отца. Всё, голову выкидывает. Что, мать, что ли? Теперь надо шкурку содрать. Вот это самое сложное. Получается, Афонечка? Смотри, Афонечка, сначала надо спинку, плавнички. Спинка? Спинку, да. Спинка, вообще-то. Спинка, спинка. Смотри туда, вообще. Спинка. Так. Да. И потом как бананы. У нас? Накол. А что это такое, Афон? Выкинь накол. Вы, что ты ей фукаешь? Положи. Ой, Афоня. Слушай, там где-то собака скулит большая. Это где? Не вот съедобно. Или это рык? Нет, это не рык, считал там. Афонь, зачем ты трогал голову, вот скажи мне? Она тебе нужна? Слышишь? Лягушки я слышу. Ты слышишь лягушки? Лягушек слышишь? Лягушка. Да кто там собака? Ну что, на сегодня все. Мы все помылись после трудового дня, когда уже, конечно, потеплело. Сразу мы тут стали наводить порядки. Немножко там я подгребала под навесом. Траву порвала. Прям сегодня был плодотворный день. Даже подзагорела, плечи подзагорели у меня. Вот, начались сегодня у нас посиделки на улице с фастовыми. Вот, Афанасий, конечно, любитель рыбы. Он прям очень любит рыбу. В общем, хочу вам сказать всем спасибо за то, что смотрите наше видео. Комментарии читаю, но и вообще не успеваю отвечать, потому что телефон вот как в комнате лежит, так и вообще даже не беру его, не смотрю, не говоря о том, чтобы сидеть за компьютером. Но вроде бы обещают дождички на выходных, так что, может быть, тогда сяду, поотвечаю, если будут какие-нибудь там вопросы. В общем, на сегодня все. Всех вас благодарю. Спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что вы есть. И до завтра. Пока. Think I'm crying on my own.